Я думаю, что должна Россия победить. Хотелось бы, чтобы люди на Украине, конечно, жили более спокойно. И наши ребята должны вернуться. Украина станет вторичным государством, которое не будет принимать ни в чем участие. А мы будем забирать эту землю себе. Правильно считаете? Это так и было раньше. Все возвращается к своим истокам. Или против? Мы аполитичные максимально просто. Мы никак к этому не относимся. Какой-то нейтралитет. Самое главное, чтобы и тут всем жилось хорошо, и там всем жилось хорошо. Вот эта падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ними будем делать? Вольнем. И спрашивать не будем. И все, что там с этим связано. Не добили во Вторую мировую войну, добьем сейчас. Кажется, что, наверное, мы все-таки возьмем под крылышко всех этих бедных граждан. И все будет хорошо. Я думаю, что Путин создаст для них лучшие условия для жизни и там, и здесь. Без понятия, на самом деле. Не знаю. Победы России. Россия и Украина. Как вы думаете, чем все закончится? Надо ее снести со земли, и все. Украину? Да. Зачем? А зачем она нужна? А потом кого сносить еще? Польшу. Просто до кучи.